Чемпионат мира по хоккею на данный момент – самое важное спортивное событие. Тысячи зрителей, огромное количество прессы и иностранных гостей. Каждый из этих людей хочет поделиться своими впечатлениями от ярких матчей. Но чтобы любой желающий смог рассказать друзьям об итогах ледового сражения или просто отправить памятное фото, на спортивных объектах должна существовать стабильная и качественная связь. Этой задачей во время проведения чемпионата мира занимается компания «Мегафон». По словам ее представителей, целью сотового оператора было обеспечение бесперебойной связи и увеличение скорости мобильного интернета до 450 мегабит в секунду. И с этой задачей компания справилась. Свои успехи представители «Мегафона» продемонстрировали прессе в Ледовом дворце «Парк Легенд», где в эти дни как раз и проходят матчи. 12 тысяч зрителей и более 300 журналистов пресс-центра ни разу за время проведения группового этапа чемпионата не испытали каких-либо трудностей с передачей данных. Впервые в истории чемпионатов мира по хоккею столь высокая скорость будет доступна клиентам здесь, на территории фан-зоны, а также внутри Ледового дворца. Более 80 тысяч сообщений и почти 10 миллионов фото отправили зрители на телефоны своих близких, друзей и коллег. Такие результаты стали возможны благодаря использованию передвижной мобильной базовой станции. Она уже использовалась на многих спортивных мероприятиях, в том числе и на зимней Олимпиаде в Сочи. Поэтому сотрудники компании уверены, зрители не будут испытывать проблем с качеством связи, и каждый матч чемпионата мира по хоккею станет для них настоящим источником незабываемых и ярких эмоций.